Спорт в жизни Татьяны появился 8 лет. Еще тогда способности юной девочки отметил ее учитель по физической культуре. С того момента и появилась особенная любовь к легкой атлетике. 4 медали на первых соревнованиях вдохновили ее и дальше развиваться в этом направлении. Одна из последних побед – золото на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. Татьяна не видит с рождения, но отсутствие зрения никак не мешает ей вновь и вновь вставать на пьедестал. Партнер Мытищенки Станислав Самарин стал ее глазами. Их командная работа длится давно, и с каждым забегом со своим лидером девушка находит еще больше вдохновения на новые свершения. Он просто говорит, что надо постараться, надо пробежать. Мы должны сделать это для нас, для всех. Сейчас, после чемпионата России, Татьяна отдыхает. В свободное время она любит гулять с друзьями и, конечно, быть в кругу большой семьи. Для своих брата и сестер девушка является примером гордости. Они очень стремятся быть похожими на нее. 2 первых места. Это очень круто. Легкая атлетика – не единственное, с чем Татьяна справляется на отлично. Помимо этого, она помогает маме по дому, заботится о младших и любит приготовить что-нибудь вкусное. Приходишь, уже все готово. Как она это делает, вообще для меня до сих пор загадка. Мы часто уезжаем на дачу, и обязательно в воскресенье Таня набирает и спрашивает, что приготовить. Тем не менее, даже на отдыхе Татьяна уделяет большое внимание тренировкам. Впереди ее ждет еще один забег со здоровыми спортсменами и подтверждение звания кандидата в мастера спорта. Поэтому девушка старается сохранить себя в форме для достижения высокого результата. Стараюсь как-то двигаться, бегать, гулять, ходить. Где-то встаю с утра, могу сразу бегать там 10 километров, 12, может быть. Разминку какую-нибудь сделать, пресс. Ну, чтобы не расслабляться особо. По словам спортсменки, награды для нее не самое важное. В первую очередь Татьяна нацелена на то, чтобы стать лучшей версией себя и с каждым разом достигать новых высот. Мы даже не задумываемся об этом, что там, ну, первые, да, хорошо. Но все-таки главное не первые места, а результат, который был показан, и все. В будущем Татьяна хочет выйти на забег международного уровня. И стремления спортсменки вселяют надежду на то, что у нее точно получится осуществить свою заветную мечту.